Всем привет! Вы на канале «Дети звезд». Наталья Ефремова – женщина, которая не представляла никакого интереса для публики в течение 40 лет своей жизни. Но все изменилось около 10 лет назад, когда Филипп Киркоров обратил на нее свое внимание. Познакомились они еще в 2006-м, но стала известна она после рождения детей Киркорова. Знаменитый певец говорит, что ему приятна эта женщина, она похожа на его мать в молодости. Когда Филипп решил стать отцом-одиночкой, именно Наталья могла оказаться суррогатной матерью или поделиться своими яйцеклетками. Подробности рождения детей Киркорова на самом деле никому не известны, но вокруг Ефремовой слишком много тайн и сплетен на эту тему. Подозрительно то, что разница в днях рождения детей – 7 месяцев, что вносит сомнения в эти разговоры. Первой появилась на свет Алла Виктория в конце 2011 года. Названа она была в честь двух важных женщин в жизни Филиппа – матери и первой супруги. В июне 2012-го родился сын Мартин Криста. Этого ребенка музыкант назвал в честь реки Мартина. Вторая часть имени болгарская, несет в себе лучшие традиции этой страны. Кто-то сомневается, что Ефремова может быть матерью двум детям. Другие люди утверждают, что поделиться яйцеклетками для вынашивания второго ребенка не составляло никакого труда. У Натальи есть старший сын Егор, ему уже 20 лет. Они очень тепло и по-дружески общаются с семьей Филиппа. Известно, что Ефремова проживает в поместье Киркорова и принимает участие в воспитании его детей. Алла Виктория и Мартин Криста называют ее мама Наташа. Но является ли это показателем того, что она биологическая мать, пока загадка. Ведь фактически она крестная у обоих детей. В данный момент семья Киркоровых представляет идеальную модель семьи, и Наталья этому очень поспособствовала. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!